Этот пункт договора мы тут же попросили прокомментировать Сергея Лаврова. Пункт об оказании помощи в случае нападения, да, на одну из наших стран. Значит ли это, что нам при случае придется воевать за корейцев, а корейцам за нас? Знаете, если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон, вторая оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, то против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации. Так что здесь исключительно оборонительная позиция.